Фрегаты и подлодки. Всего 24 новых боевых корабля российский флот получил в минувшем году. Владимир Путин на совещании с военными в Сочи оценил успехи госпрограммы вооружений и обсудил ее перспективы на период 18-25 годов. Президент отметил, что сейчас доля современной техники ВМФ составляет 47%. Что касается воздушно-космических сил, то там достижения еще более значимые. На вооружение воздушно-космических сил продолжают поступать новые самолеты и вертолеты, средства противовоздушной и противоракетной обороны, космическая техника военного назначения. Доля современных образцов вооружения в ВКС сейчас доведена до 66%. А к концу этого года она должна немного возрасти и составить 68%. Президент напомнил и о ракетных войсках стратегического назначения, которые составляют основу нашей ядерной триады. РВСН активно перевооружаются на новейшие комплексы ЯРС, мобильного и шахтного базирования. Сейчас их доля в войсках достигает 62%, а к концу года вырастет до 72%. Владимир Путин подчеркнул, что важно сохранить темпы обновления армии и флота и обеспечить преемственность с действующей госпрограммой вооружений.